Хотелось бы узнать ваше мнение. Мысли о тебе, о цари до зари. Вы слышали новую песню? Ее с чем почему-то у меня ее удаляют. Смотреть. Я хочу 5 сейшельских шлюп. Эй, шлюпки, привет. Давай иди ко мне. Поворачивайся пятой точкой. Я иду к тебе. Эй, шлюпки, привет. Давай иди ко мне, поворачивайся пятой точкой, я иду к тебе. Это рэпчик. Андрей записал новую песню. Приветик, зайка, спасибо большое. Почему ты ни о чем моя узнала? Она прекрасная, красивая, шикарная. Наши бежат. Как у вас дела? Спасибо. Все хорошо. Андрей написал новую песню. Скоро будет презентация. Скоро будем снимать клип. Звездная жизнь. Я буду его продюсировать. Здравствуйте, здравствуйте. Ася же поздно, да? Я тебя люблю, Роза моя. Привет. Я, кстати, уже определился. Приветик, Верочка. Верочка, привет. Спасибо большое, очень приятно. Всем привет. Роза, вопрос тебе, что ты чувствуешь к Шабарину? Что я чувствую к Андрею? Господи, как я ненавижу твою камеру. Вот так. Обе красивая. Я к Андрею чувствую любовь. Я люблю этого человека, и я готова и хочу шагать с ним по жизни. И Андрюша любит меня. Андрей, скажи. Скажи, как ты меня любишь. Я люблю тебя. Не, ну скажи нормально. Остров любит. Я люблю тебя. Смотри за одно место. А, кстати, сейчас покажу. Вот. Я Андрею нарисовала плакат, но пока еще буду украшать эту стену. Люблю тебя, мой мышонок. Я на него постоянно говорю, мой мышонок. Лежит мой мышонок сладкий. Ты у него такой сладенький. Мой сладенький мышонок. Так. А вот наша история. Все наши фотографии, скоро будет еще. Так вот выглядит наша комната. А на той стороне я хочу сделать уже, чтобы было больше фотографий Андрея и наши цветные. Вот так Андрей просыпается со мной. Вот так вот. Спасибо большое. Все, даю Андрея. Держи. Я же своим не показала. Вот смотрите. Бывает. Вот, я Андрею плакат сделала. Люблю тебя, мой мышонок. И будем украшать эту стену. Здесь будут еще цветные фотографии. Короче, идей куча. Вот мышонок лежит. Вот пишет мышка, ты он котяра. А вот наши с ним фотографии. Это я решила украсить. Андрей, ты циничный человек? Вопрос не я. Покажу. Это любовь. А здесь будут цветные фотографии. Вот у нас Сейшик спит. Сейшулька. Сейша. Сейша, спит сладкий, но сладкий. Сейша. Сопит. Ти. Остров любви. Прилетай. Так кто тебе это сказал? Кстати, Вера говорила, что это типа к ним приходила на ресницы и говорили, что твои фанаты больше. А, серьезно, ой. Прикольно. Приятно. Как у вас там дела, девочки? Нравишься? Спасибо, блин. Ну, приятно слышать. Вообще приятно. А у Розы какой рост? По-моему, 140 сантиметров. Че ты несешь? Я 165. Андрей мне сегодня цветы подарил. Вот. Желтые розы и до этого сейшельский букет. А вы как думаете, цвет роз имеет значение? Верите ли вы, что желтый цвет это как раз руки? Потому что я в это верю. Привет, Мария Волкова. Привет. Привет, Мария Волкова. Мысли о тебе от зари до зари. Так. Так себе. Здравствуйте, здравствуйте. Сколько у вас времени? Желтые розы, розовые. Андрей, сколько у нас времени? Не знаю. Желтые у вас с Андреем все хорошо? Розовые. Мышонок, у нас с тобой все хорошо? Давай. Скажи, как ты меня любишь?
Очень сильно. Ну и искренне скажи, ну не выделывай тебя до слез. Я ее очень сильно люблю. Даша варит. Иди сюда, котяра, иди сюда. Ну тихо, не трепи мне прическу. Давай. Скажи еще раз, только, ну блин, куда ты меня снимаешь? Нельзя так. Почему? Скажи, ты меня любишь. Я тебя люблю, честное слово. Дрифт в своем стиле. Честное, причестное. Не, любит меня очень сильно. Делает мне массажик ног, делает массажик рук. Все делает для меня. Завтраки приносит мне в постель. Угу, конечно. Это правда. Старается, все делает. Так, привет вам из Крыма. Ой, привет, привет, Сейшел. Спасибо. Написали, ебать ты овощ. А я что должен сейчас танцевать перед камерой? Если я овощ. Так, кто здесь фрукт? Моя душка, моя душка. Кто здесь фрукт? Ой. Овощ. Андрей, ты овощ. А какой овощ, уточните? Баклажан. Ты мой баклажанчик. Так, это та-та-та-там. Бардак у вас нет бардака? Здравствуйте. Все понимают, что ты ее не привет, любишь. Привет, как дела? Что нового? Ты беременна? Нет, я не беременна. Тоже все понимают, интересно. Кто эти? Вся семья этого человека. Глупые люди, которые понимают, что я ее не люблю. Кто эти глупые люди? А? Так, дальше. Фу, противно смотреть. Ну так не смотри. Переключи канал. Не знаю, посмотри. Не знаю. Как Андрей общается с сыном. Я знаю, что можно посмотреть. Спокойной ночи, малыши, не знаю. Поле чудес Якубовича, например. Сектор приз на барабане. Ой, господи. Так и живем. А автомобиль. Рус, что ты в нем нашла? Что я в нем нашла? Харизму, так, любовь к себе. Все эти зрители, она он... тебя, да, а ты нет. Вы думаете, будет обидеть человека, который любит? Сосать пальцы. Он сосет твой палец, а я сосаю его всего. Сколько мне лет? 26. На самом деле Андрей 26. У него поделал паспорт. Спокойной ночи, малыши, я наблюдаю сейчас. О, пила. Ты умничка, у тебя шикарные спокойные нервы. Это про меня? Шабарин, ты испытываешь чувство Калиани? Вот меня спросили. Только дружеские. Да ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Я верю. Роза такая милая. Ну, знаете, я соглашусь с вами. Роза прилипала. Ну, а на самом деле в этом нет ничего плохого. Прилипала. Прилипла. Прилипла и не отлипла. Как банный лист. И по жизни со мной будет тоже двигаться. Блин, да что ж такое? Палево. Так, сам. Скучаешь по Майе? Да, очень сильно скучаю. Маюшки не хватает. И по Майе, и по Лёше. Ты тогда сказал, что я красивая. Друзья наши. И что? Я должен сейчас повторить. Привет, всем привет. Захар. Привет. Захарчик, привет. Как дела у тебя? Ну, у тебя реально ужасная камера. Ну, посмотри. Вот что за фигня? Вот сравняй. Ничего страшного, нормально. Как у вас там дела? Так. Как тебе секс с Алианой? С Розой лучше? Да. Да. Роза просто уникальная. Нормально, отдыхаем потихонечку. Надеемся, что на этой неделе уже, наверное, не получится, на следующей. Этим... Не только мне скучно смотрю. Не могу говорить. Это нормально все. Барин, такой не овощ. Отдыхаем, все хорошо, на самом деле. С Розой сложились наконец-то у нас отношения. Сейчас будем. Вот. Как-то, знаешь,
Захар, знаешь, такое чувство, что говорю, как будто, знаешь, как-то отстраненно, ну, в смысле. Зах, я тоже соскучился, на самом деле, очень. Очень хочу увидеться. Только сегодня Розик говорил, он говорит, не хватает. Общаться хочется. Вот. Прилечу. Обязательно. Так. Отдохнем вместе. Милашка-хохотушка, да, я такая. Ух, болтушка-хохотушка. Так, что дальше? Я еще тот блогер. Я тоже. Давай, Захар, хорошего вечера, на самом деле. Наташа и Паша, привет. Жду, прямо увидеться хочу. Ну, что у меня с этой... Почему нет связи? Роза недостойна меня. Ну, как вы это решили? Мне интересно. Это он мне недостоин. Так. Ходячие мертвецы смотрите? Нет. А Роза готовить умеет кушать, да. Ну, не всегда. Иногда я приготовленное ее блюдо выбрасываю в унитаз. Это морепродукты было два раза. Да, два раза были морепродукты. Последний раз она готовит курицу. Пригласила меня, она оказалась внутри с кровью. Ай. Я просто не доготовила курицу, так спешила, потому что Ляна ему готовила креветки. Честно скажу, старается очень. Ляна ему креветки готовила, хотела, чтобы он мою курицу ел. Роза достойная, и опасная пара по себе. Так, у них свадьба будет, конечно, будет. Привет. Это Роза умеет, что ты у меня? Что ты готовила мне? Что я тебе готовила? Блинчики, морепродукты. Я эти креветки постоянно делаю. Да. А курицу несколько раз. Роза, торт. Мы с Майей тебе пекли. Ну как, Майя в основном делала, но я помогала. Все. Ты спрашиваешь, почему ты смеешься, как дурочка постоянно? Не знаю. Настроение хорошее. Фу, шабари, некрасиво это выносить. Что это? Так. Роза, не смейся. Ну да, лучше он будет. Ой, все, буду сейчас плакать. Не плакать. Какой ужас. Нельзя смеяться. Тебе не скучно там, нет? Анзари, да, Анзари. Сколько у тебя уже? Два человека? Как часто? Такие два. У меня тут один человек. Шабарин пенсионер. Да. Почему мне тогда пенсию не платят, пенсионер? Так, как часто моете голову? Вы невероятные. Спасибо большое. Мою голову через день. Иногда каждый день. Сколько тебе лет? Когда лень мыть, мою через день. Просто вот что-то там делаю. Как человек, который попал ко мне в прямой эфир. Нужно уже корни красить. Соответственно, он меня, наверное, знает. Не знаю, сколько мне лет. В интернете откройте. Так, все видите. 26. 74 мне, на самом деле. Господи, что за вопросы дурацкие? Я не буду на такое отвечать. Урод ни фигуры, ни лица. Ужасное, как я взяли на дом 2. Просто я потом хочу посмотреть на этого человека, который пишет эти комментарии. Там по-любому сидит, не знаю, суперкрасотка. Какие вопросы? Да не пускай мой вопрос. Так, какой вопрос? Кастинг. Сколько у вас времени? А сколько у нас времени где-то? Час ночи? Да, 12 час ночи. Когда в Москву? Ой, надеюсь, скоро. Пока под вопросом. Роза, бэйба, огонь, не слушай никого, я знаю, спасибо. Так, за, не тряси. Так, а какой сколько знаков ему? Пошла, ты не задаёшь. Кошка, вопрос, сколько раз кушала? Кошка развела кофе, муж увидел. Вытер лужу. Кошка, вопрос, сколько раз кушала? Что за бред? Кто рядом? Милая, спасибо большое. Кто рядом? Кто у нас тут рядышком? Кто у нас лежит рядышком? Мы с ладки как базилио. Приветики.
Привет, Роза. Что думаешь о паре? Он тебя любит? Андрей, что ты чувствуешь ко мне? Дай. Ну. I love you, baby. На русском скажи. Ну, Зань, тебя спрашивают. Что ты чувствуешь? Что, парень? Скажи. Люблю тебя. Да внятно скажи. Я люблю тебя до слез. Роза, такая бояшка, спасибо. Я такая. Я вообще самая лучшая девушка в жизни Андрея. Он сам это понимает. Так, что там дальше? Ты бы хотела прибить морду Алиане? Да, не, господи, давайте не об Алиане. Зачем обсуждать этого человека? Какое она имеет отношение вообще к нам? Рост, неправда, нельзя так говорить. Всегда что-то это не поняла. Алиана отстала от вас? Ну да, слава богу. Я счастлива. Ты в итоге беременна? Нет, не беременна. Но скоро буду. Мы над этим работаем. Я такой наглый, да? Вот и все. Ап. Эти игры у ног моих сели. Ап. И с лестниц в глаза мне глядят. Ап. И кружатся на карусели. Привет. Так, Роза, как вы работаете проекта? Сколько языков знаете? Молодец. Знаю 6 языков. Работала. Где работала? В клубе работала. Как называется фобия, когда боишься кидать пельмени в кипяток? Я даже не знаю. Что-то вообще есть такая фобия? Хотя уже куча фобий есть, я вообще не знаю, что это такое. Так, Розочка, все мужики одинаковые, они смотрят в глаза и говорят о любви. Да не все одинаковые, все они разные. Но объединяет их только любовь к женщинам. Леночка с сорокой? Да, то с сорокой, то без него, там непонятно. Но я думаю, что они будут вместе. Красивая, спасибо большое. Очень приятно. Да, она и не лезла к вам. Ну да, конечно, я лезла к ней. Я просила отправить меня с Андреем в отель без камер, когда она была с ним в отношениях. Конечно. Вообще ни капли не лезла, вы знаете. Мне, наверное, показалось налобным. С кем лежишь? Ап. Мышоночек мой. Oh. Мышоночек. Мышечку, мышечку. Мышечку. У тебя виниры? Нет, у меня мои зубы. Вообще, мои, ничего не делала. Так, с кем Дима в паре, который худой? А это вы узнаете в эфире через 2 дня. Ты очень красивая, спасибо тебе. Приятно. Стараемся. Еще бы корни уже покрасить. Буду еще красивее. Так, как намекнуть девушке, что усы могут быть только у одного из нас? Не знаю. Глупый вопрос. Ты секс. Я знаю. Я такая. Привет, сестренка. Поцелуйтесь, но... Сейчас поцелуемся. Ой, я такой близко телефон взяла. Взяли, дай все. I love you, baby. Так. Едем дальше. Офигенные зубы, просто красотка, спасибо большое. Я надеялась, что не только зубы, но... Спасибо. Так, что там дальше? Угу. На поляну хочешь? Да, хочу. Мне нужно сделать коррекцию волос. И Андрею нужно сделать свои дела там. Поэтому, да, хотим, нам нужно.
Так, Роза, ты такая хорошая, умная девушка и рассудительная. Очень интересно за тобой наблюдать. Спасибо большое, мне очень приятно. Да, я такая мудрая, не по годам. А на самом деле, я вот живу так, как чувствую, и говорю всегда то, что думаю. И делаю то, что искренне хочу. Я считаю, что жизнь у нас одна, и глупо ее тратить на то, чего ты не желаешь, или то, что от тебя там требуют делать. Живите так, как чувствуете. Все. Жизнь одна. Шанс тоже один. Может, ты не хочешь под клип сходить? Хочу. Где? Ну, сейчас подожди, давай через 10 минут. Ну, не хочу, я сейчас хочу. Ну, да. Окей, ну, сиди туда. Нет, не отпущу. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что ты делаешь? Ну что за привычка, пиздец, блядь, за горло? Че ты материшься? Пиздец, ты, блядь, берешь меня за горло. Ну я же не видела, что у тебя там горло. Браслетом ему в горло вдавила. Психует. Еще и головой ударилась. Я сегодня победитель по жизни. Че ты психуешь? Привычка у тебя брать за кадык, и меня... Ну, я не видела, что там у тебя был кадык, Андрей. Зой, ты не хочешь извиниться? Нет. Я не слышу. Извини. Почему на меня? Реально, где там у тебя тут кадык? Все, иди. Ой, так. Так, раз такая хорошая, умная девушка, разведенная. А, это вы уже читала. Красотка, спасибо большое. Юрочка, привет. Приветик. Так, Лала, вопрос к Шабарину. Правда ли, что нефть это... О, господи, даже не хочу это читать. Привет. Угу. Роза, ты красотка, Шабарину, привет. Спасибо большое. Да, передам. Он уже вышел. Так, какие парфюмы тебе нравятся? Я люблю сладкие. Люблю сладкие и фруктовые. Все точно не люблю. Да, сладкие, фруктовые. Название там не могу говорить, к сожалению, нельзя. Как ты его за все прощаешь? Ну, мне тоже много чего прощает. Вы же не видите все, что происходит 24 часа в день. Прощаю, потому что люблю. Роза, красотка, спасибочки, спасибочки. Приятно, приятно. Так, Роза, ты беременна? Нет, я не беременна. Что у тебя в характере знака Скорпион? Что у меня в характере? Наверное, уверенность в себе. Вот, знаете, чувство идти до победного. Вот мне все говорят... Ты там все прощаешь, там ты какая-то слабая, не уверена в себе. Нет. Я вам скажу, я наоборот уверена в себе. Я пришла на проект 2,5 месяца назад. Я пришла к одному человеку, к Андрею. Сейчас я нахожусь в отношениях с этим человеком. Я прошла 3 гарема. Я прошла кучу разных ситуаций, испытаний. Было такое, что меня на лобном все засаживали после лобного, когда меня коллектив просто не воспринимал и терпеть не мог. Когда ведущие были против меня, когда все были против меня. Но... Это все давало мне силы идти дальше, давало мне какую-то уверенность. Вот просто разжигало еще больше пламя внутри. И я шла к своей цели. Потому что когда у меня начали появляться чувства к Андрею, у меня была цель как бы быть с этим человеком и раскрыть его с той стороны, с которой его, возможно, не видели. И человек тоже меняется. И будете потом смотреть, скоро выйдут эфиры, где вы увидите Андрея с другой стороны. То есть такого Андрея вы еще не видели. И я более чем уверена, все люди, даже там какие-то там плохие, или с каким-то мутным, там темным прошлым, да, все могут измениться. Важно то, ради чего меняться, и важен тот человек, который будет рядом с тобой, ради которого ты будешь меняться. Главное дать человеку любовь, тепло, ласку, заботу и выработать у него стимул меняться и что-то делать для тебя. Когда ты отдаешь, не жди взамен. Когда ты будешь отдавать безвозмездно, человек также будет тебе отдавать это в десятки раз больше. Я старалась Андрея наполнить добротой, вот этой лаской, нежностью, вот это все ему дать хорошее. Я его наполняла этим.
этим, да, то есть и со временем. Ох, что-то хрипну. Вот, и со временем он мне начал этим же и отплачивать. Так что скоро вы увидите Андрея с другой стороны. С той хорошей стороны, которой его знаю я. Вот могу сказать только я, потому что все его видят другим. Но он реально очень хороший. Очень хороший. Душевный, теплый, милый, добрый, заботливый, ласковый, нежный. Он такой. Просто в силу обстоятельств, там, возраста и, не знаю, каких-то определенных событий в его жизни, он закрылся, вел себя таким образом. Но все будет хорошо. Еще свадьба будет у нас. Увидите. А вопрос был, что у меня в характере от Скорпиона, я помню. Я уже начала за Андрея говорить. Что, я даже не договорила. Вот эта вот уверенность, женственность, сексуальность. Ну, это все, что я помню, включая этот знак зодиака. Вот это более уверенность и упорство, вот такое. Но это главное качество. Ну, вообще, сильные мои из этого знака зодиака, насколько я помню. Я характеристику давно не читала, поэтому могу ошибаться. Так. Дальше. Так, бред. Даже не хочу на такое отвечать. Ляне самой. Вот за Ляну реально не хочу ничего комментировать. Просто не хочу. Мы с человеком поговорили. Мы закрыли эту тему. И я больше не хочу ее никак не обсуждать, ничего не говорить. Потому что, ну, там слово за слово, потом вот это вот опять притягивание, вот это опять... Она будет где-то с моим именем там или с именем Андрея ассоциироваться. Не хочу. Просто. Так, Сузьмина, тут обсуждать. Скажи. Леша, достойно ставить свою пару. Хорошо, спасибо большое. Барин дебил. Угу. Здравствуйте, здравствуйте. Роза, правда, что вы замужем за итальянским фиози? Да, я была замужем за итальянцем. Это был гражданский брак. Вот, ну не суть. А сейчас он в тюрьме сидит. Вот. Занимался плохими делами. Очень плохими. Ну, мы разошлись еще до того, как его посадили. Роза, сколько тебе лет? Его есть в ВК? Нет. Нет, в ВК у меня есть где-то страничка, но я там уже очень давно не заходила, там не сижу. Я есть на Фейсбуке и в Инстаграме все. Сколько мне лет? 21. Так. Аляна и Мизинцева. Ну, давайте я скажу вот так вот за Аляну. Вот ваше мнение, да, вот я его читаю, я не хочу его комментировать, то есть, ну, оно только ваше. Мое мнение, я думаю, вы видели, да, в эфирах, как я себя вела, как я говорила, что я чувствую и так далее. То есть, я думаю, вы понимаете мое мнение и мое отношение к этой ситуации. Я закрыла этот конфликт с ней, я больше не хочу его продолжать, обсуждать, вот это вот все. Мы как бы забыли это все. Это была темная глава в нашей жизни. Дальше мы ее не будем продолжать. Дальше уже следует новая глава, поэтому не хочу возвращаться в то прошлое. А свое отношение к ней там и к ситуациям, в которых мы были, я говорила, и, по-моему, это очевидно. Думаю, не стоит лишний раз углубляться и как-то оскорблять или высказываться. Тут все и так ясно. Шабарин не ушел с проекта, хотел уйти же. Ой, это вообще эта ситуация была такая. Я изначально, у нас какой был договор с ним. Если я не беременная окажусь, то есть, типа, я улетаю в Москву. Я оказалась не беременной, и я подошла к нему, говорю, ну все, давай на Лунном, как раз вторник был, говорю, агитирую, чтобы меня в среду сразу отправили. Он такой, хорошо, я все выскажу на Лунном. Я сказала, хорошо. Но я уже была уверена, что он скажет там на Лунном, чтобы я летела в Москву. Получается, мы идем на Лунное, и он агитирует, чтобы он ушел с проекта. Я была в шоке, я реально не ожидала. Я думала, он будет агитировать, чтобы меня отправить. Он за себя сказал, ну... Потом, конечно, мы поговорили с ним очень душевно обо всем, просто обо всем.
И человек, он после отеля без камер, он целый день был загружен в разных мыслях, подавлен. И все время находился у меня в комнате, у меня на кровати, он никуда даже не выходил. Я видела, как ему было тяжело. Он общался со всеми, ходил, очень грузился. Ну и потом вот на ломаном сказал, что хочет уйти. Ну и они с Алианой пошли на новую виллу говорить. Их прямо Слобного отпустили поговорить. Прикиньте, вот просто Слобного. И он ей сказал, что к тебе у меня чувств нет. И они не появились, а тянет меня, и чувство у меня есть к Розе. Ну, потом Алиана вылетела с новой виллы, побежала. А мы как раз на Лобном были, мы это все наблюдали со стороны. Ну, порой ощущение, что проекту интересна эта пара была очень сильно. Слушай, возможно... Не твои черные? Так. А мои. Сори, принеси, пожалуйста. Кис. Ну, мне просто тяжело было на каблуках идти. Оставила туфли. Просто, ну, на каблуках вообще тяжело. Тем более здесь песок. Сами понимаете. За что я вам рассказывала? Короче, ладно, идем дальше. Верни розовые волосы. Кстати, да, мне все говорят, не резко говорить. Давай, ты же розовые волосы. Кто мне приносит тапочки? Зай, ты мне принес тапочки. Ты мне мои туфли принес. Только у меня сладкие. Кис, иди ко мне. Иди, мой сладкий. Приносит мне туфельки. Вот идеальный мужчина. Кофе в постель. Массаж ног, вот даже сейчас делает. Массаж ног, массаж рук. Тапки приносит. Кис, я тебя люблю. Кис. Любит меня. Ну что поделать, влюбился. Фанат мой. Ой, да блин, зай. Так, что там дальше? Верни розовые волосы. Да, вернуть розовые волосы. Зай. Да ну куда он? Он три, ну куда ты лезешь? Вернуть? Не надо. Не надо, так? Ай, так лучше. Так, да нормальный он мужик. Да никто же не говорит, что он плохой. Он самый лучший. Смотри, не споткнись, время покажет. Да, время все покажет. Не споткнусь, скоро свадьба будет. Ой, все хорошо. Привет. Привет, Роза, приветики. Сударкина не посадили? Пока нет. Надеюсь, что пока. Здравствуйте. Тебе тоже привет. Денис, привет. Зачем тебе Шабарин? Зачем мне Шабарин? Ну, потому что я его люблю. Я хочу с ним семью. Я его вижу в будущем вот со мной, всю мою жизнь. Он меня просто очень крепко держит, и я не могу сказать ничего другого. Ой, ну, Зоя, ну что ты делаешь? Больно. Ложись возле меня. Извинилась? Кто? Волоком. Куда? Ты куда? Сюда. Давай. Ап. Зай, сейчас к тебе приду. Хотите увидеть голову Шабарина? Потом поймете, за что мы его так любим. Так, что там дальше? Hello, do you speak English? Yes, of course. You can write me in English. I will answer you. Алиана просто так не отстанет. Думаю, тебе не нужно было ее оскорблять. А, да? Господи, она уже отстала. Так, правда, что Купин изменял Майе? Нет, неправда. Вранье. Он ее очень сильно любит. Так, правильно, не стоит обсуждать, не давая... пищу для разговора, отпустил молодец. Да, я тоже согласна. Это самое умное решение. Обсуждаем то, что интересно, то, что актуально. А вот то, что в прошлом, забываем. Так, цікаво на тебе диви... О, українська мова. Цікаво на тебе дивитись, ти умничка. Добраніч, я спати. Ой, на добраніч.
Дуже дякую, приємно це чути. Я вже трішки забула українську мову, мою рідну мову. Але мені подобається спілкуватися українською мовою. Вона дуже милозвучна, але потрібно практикувати, тому що коли ти довго не спілкуєшся, ти забуваєш. У нас десь білоруси. Хто не з білорус? А тут Сорока, ну і ще один учасник, поки не скажу. І я тут самий. І вони так розмовляють на білоруському, і я, виходить, слухаю, це взагалі просто смесь українського і російського язиків. Прикольно. Тобто я розумію. Я розумію білоруський. Так, ви полетите на свадьбу Черної Осі. Нет, мы будем на свадьбе у Майи и Лёши Купина, потому что они наши друзья. И мы были в тех списках коротких, где писала Майя друзей, которых она хочет видеть. Именно на Сейшелах, да? Ой, мы с Андреем были в списках. И многих она не включила, поэтому очень уважительно относимся к этой паре. Я с Майкой общаюсь и с Лёшей, он меня часто поддерживал. Он меня вообще, кстати, со второго дня пребывание на телепроекте, он меня поддерживал. Он на Андрея говорил, что я хорошая, достойная. Меня поддерживал, Маечка поддерживала. То есть мы с ними очень тесно, хорошо общались. Поэтому, конечно, только к ним. Когда твой мафиози выходит? Вам бывший мой? На 4 года его посадили. Раз ты с Маей еще дружишь, что же еще? Конечно, дружу. Это Маечка моя же. Куколка. Так, ты очень великая, красивенькая девушка. Будь счастлива, спасибо большое. Так. Пожалуй, буточки плакать. Окей. Так, куколка, хорошо тебе вечер, спасибо большое. Так, Алиана унижалась. Да, все, давайте не об Алиане. Батька шабарит. Это вот на меня, кстати, на поляне, когда я была, на меня говорили шпиц. Прикиньте, я вот с розовыми волосами, когда зашла, вот, и мы вот на первой вечеринке, в первый же день, да, после моего захода на проект, мы с Андреем как взялись за руки. Так мы целый вечер проходили, и на следующий день, и на меня на поляне начали говорить шпиц и розовые волосы. На меня резко говорила шпиц, а потом она говорила, типа, шабарин, забирай свои розовые волосы. Мы так угорали с этого. Ну и шпицом называли, что я типа как собачка с ним бегаю, декоративная. Что за бред, поэтому что-то вспомнила. Так. Шабарина Пратька с Блюмом пел розы чайную. Ой, да, кстати. На днях вообще у нас вечеринка была, и там понеслась эта песня Ебарова у нас. Как только вечеринка, сразу. Роза моя, ты чайная, роза моя. Венчальная, я так хочу быть с тобой, только с тобой одной. Роза моя, венчальная. Вы крутая пара, счастья вам, спасибо большое. Очень приятно. Будете смотреть эфиры, которые будут скоро выходить, и вы увидите Андрея совершенно с другой стороны. Вы увидите того Андрея, которого я знаю давно, но который вот таким вот себя показывает крайне редко и далеко не со всеми. И вы поймете, почему я с ним. Вот именно вот скоро вы поймете, почему я его люблю и почему я с ним. И каким он на самом деле. Ну не то, что может быть, какой он на самом деле, да, то есть вот настоящий в душе. Так. Ап, эти игры у ног розы сели, да. Я всегда пила, типа, ап, шабарин опять в моей постели, ап, шабарин опять в моих ног. Я бы это бесила, когда я так пела. Поэтому буду петь без него. Видели, я же показывала вам стенку, которую я сделала, да? Все наши фотографии. Вот, и плакат ему написала. Андрей мне цветочки. Вот сегодня подарил розы, вот сейшельский букет. У нас чуть бардак здесь, прошу прощения. Так. Вы хорошая пара, счастья вам, спасибо большое.
Не, мы на самом деле реально классная пара. Просто Андрей очень долго не мог определиться. Не в плане из-за того, что он там не был уверен во мне, а из-за того, что так как мне 21 год, там, в силу моего там маленького опыта жизненного, он всегда сомневался, что я готова к семейной жизни, что я готова буду уйти с ним за периметр, там уже строить семью. Вот в этом он сомневался. А как бы почему он метался между мной и между Аляной? Потому что у нее там есть ребенок, она уже четко говорит, что как она там видит себя там хозяйкой в доме, где-то там хочет дом в горах и так далее. То есть он видел в ней вот эту вот некую там серьезность и стабильность. А я там в прошлом в клубах работала, то есть это давало ему повод сомневаться. Но я думаю, за то, что я пришла к этому человеку 2,5 месяца назад, и я до сих пор с ним, несмотря на все трудности, несмотря на все ситуации, мы остались с ним вместе. То есть я много чего ему прощала, я его меняла, принимала. Поэтому я думаю, что, извините меня, тут все налицо, кто есть кто, и у кого какое отношение к Андрею и чувства. Но Андрей не глупый, он все видит, все понимает. Ждете ребенка. Скоро будем над этим работать. Но я говорю, сначала свадьба. Ты умница, спасибо большое. Роза, как ты? Вообще отлично. Спасибо большое. Шабарин, покажи. Шабарин в душе. Зачем ты его прощаешь постоянно? Ты люблю его? Берегите друг друга, да. Вот сейчас у нас идеальные отношения друг к другу. Трепетные отношения, да, любимый? Ты откуда из Украины? Я из Черкас. Скоро будет москвичка. Зой. Где все? Вот. Кто у нас помылся? Кто у нас помылся? Лежит. Зай, скажи что-то. Я буду прощаться. I love you, baby. Какого числа? 7 сентября я пришла на проект. Что это за браслет? Вот. Андрею кадык. Скажи, Зай, что так будет? Давай попрощаемся. А то много вопросов, я все не успеваю прочитать. Смотришь? Такой взгляд. Ну все, выключай. Так скажи что-то, ну попрощайся. Пока. В смысле выключать? Я всегда прощаюсь. Спасибо всем, кто заходил. Спасибо, мне было приятно с вами пообщаться. Желаю всем спокойной ночи, сладеньких снов. Я вас люблю, вы у меня самые хорошие.